Амандык Джумаканов на протяжении многих лет занимается сборкой техники. К сезону посадки различных культур, как он поясняет, готов. Его руками были изготовлены различные приспособления, которые облегчат работу на полях. К примеру, он собрал картофель и сажалку. Сельчане диве даются техники Амана, поэтому часто просят его одолжить их, чтобы провести посевные работы на полях Кумдебе. Toyota Corolla, мотор 2S мотор, да? Данная техника собрана вручную. Мотор от Toyota Corolla. Здесь же и радиатор, и панель машины. Задний мост от ГАЗ-51. Навеска от Т-28. Корпусы собраны также вручную. В селе Кумдебе проживает и Рахат Чалов, который так же, как и первый герой, занимается сборкой техники вручную. Он собрал трактор. Помимо данной техники, им были созданы и другие. Установленный мотор был взят от машины Mercedes. Мост от Т-28. Задний мост от грузового. Коробка передач от ГАЗ-53. Пользуюсь им уже 2 года. В целом, в Кочкорском районе отсутствует дефицит в сельскохозяйственной технике, как это наблюдается в других местностях Нарына. В текущем году к посевной кампании привлечено не менее 2000 техники, из них 2/3 из Кочкорского района. Салима Дюшенбекова, Кельдебек Уланбеков, СТВ, Нарынская область.